Так происходит, что некоторые песни долго, так сказать, долго вынашиваются, можно сказать, такими словами. Вот эта песня тоже долгая, но она запечатлела какие-то периоды тоже моих просто личных наблюдений, поэтому там вот, как я ищу там деревеньку, которая у родственников, вот эта деревенька, ну и вот это ощущение, то, что хорошая песня, она как бы открывает нечто большее, чем просто вот пейзаж родной природы. Потому что за этим пейзажем есть нечто более грандиозное, да, вот эти только отблески мы ловим. Вот все шумит, крохочет. Итак, песня «Иная сторона». Мне нравишься ты, пусть ветер носит теплые дни, чего не попросит во имя любви, то дарует нам сотворившие миры. То солнце, то слякоть, то слезы, то снег, увы, не хватает счастья на всех. Мелькает в туне суеты карусели, а мы смотрим небо, мы видим на дне. Шуршащий беречий лисий листве, а луки со свистом летят над рекой, над лесом сеторный прозрачный свой, над радугой аркой полон света крутой, туда, где, наверное, светлый покой. Смотри, видишь, там выше крыш, где гладитишь, глядишься лишь. Ну вот эта песня, которая, вот, я считаю, очень классная, вот скромная.
именно потому, что она нестандартная. То есть я очень предпочитаю песни, приходится написать простые песни, я очень стремлюсь писать простые песни, но мне очень нравится то, что сегодня Юля спела, и часто характерны для Юли такие сложные формы. И лично я очень люблю, может быть, началось с того, что там я когда-то услышал Башлачёва, у которого тоже не все так просто, очень есть там сложные формы. Мне это просто как-то близко нравится. Юрий Наумов еще можно тоже вспомнить и так далее. Есть люди, которые этим занимаются. Вот. Эта песня такая действительно со сложной структурой, там не просто куплет, припев и соляк. Вот. Но лично мне это очень нравится. Не знаю, насколько это... Может быть, когда концерт какой-то такой вот, где надо просто драйву, то нужно петь другие песни. А вот эта песня, она не такая. Поэтому я считаю, что она классная и хорошая. Вот. И в ней еще заключен очень... я очень рад, я считаю, что у меня получилось. Там есть ощущение, мы с Аней ездим на Пасху в мой родной храм Лемешово под Подольском, на окраине Подольска, он такой... Действительно, такой более сельский храм, там еще красивый вид. И все время после Пасхи, когда выходишь, там обычно Пасха, все здорово, все, Христос воскрес. Потом идем там трапезничаем, разговариваемся и так далее. Потом, уже наступает утро, и вот это ощущение, там просто такая даль. Вот, когда вот там начинает разовить, и вот это вот полное ощущение воскресенья. Вот, не знаю, для меня вот это Пасха, вот это вот Лемешовое там. И вот это ощущение вот этой Пасхи, мне казалось, вот в этой песне как-то удалось вот это передать. Там есть такой момент, не знаю, насколько оно передастся вам, но я очень хотел это сделать, наверное, мне это удалось. Вот. Но опять же, песня такая сложная, поэтому тут разные времена года. Пушистый снег кружит и, кажется, взмывает вверх. Дома прохожие под тонкой скрытой киселем, на них похожие лететь нам тоже. Счастье нити мы плетаем, тонкие.
Это может звучить лучше.